Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео у нас обзор на пятерку электронных книг с AliExpress. Рейтинг лучших. Ссылки на все представленные товары будут в описании под этим видео. Можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Ну а теперь к нашей пятерке. Первой в пятерке у нас вот такая электронная книга от бренда Kobo Glow HD. 300 мегапикселей на дюйм. Экран 1448 на 1072. 4, 16, 32 гигабайта можно выбрать. Также есть Wi-Fi. Стоимость также меняется, да, но в принципе, если взять на 16, то 5550 выходит стоимость тогда. А если взять на 32, то 5909. То есть как бы разница небольшая, но лучше, конечно, тогда уже взять на 32. Таким образом выглядит вот такая книга, да, то есть у нее экран именно вот для чтения, то есть она не цветная. Можно установить сим-карту и также можно установить, подключиться по Wi-Fi, да, для того, чтобы скачать какие-то книги далее для чтения. Рейтинг здесь высокий, более 180 отзывов положительный, пишут, что книгу получили. Товар полностью соответствует описанию, даже защитная пленка была в комплектации и зарядное устройство. Изображение прям отлично для того, чтобы именно читать, для тех, кто любит читать. Поэтому можно удобно читать, читать и читать, скажем так. Следующая у нас электронная книга от бренда Kindle 8-го поколения. Электронная книга, чернильная книга, 6-дюймовая, сенсорный экран, есть Wi-Fi. Стоимость 3937 рублей. Есть только для чтения, также есть e-book reader случай набор. И также, если с чехлом, допустим, и с скрин-протектором, тогда стоимость, исходя из этого, меняется. То есть, как бы, если с чехлом, то сразу, то стоимость 4550 рублей. Будет у вас сразу полный комплект. Различное количество языков здесь можно выбрать для чтения. Довольно-таки стильный дизайн и удобное изображение именно для чтения книг. То есть, если сравнивать с обычной книгой, да, можно сказать, что освещение и дисплей именно точно такое. Рейтинг высокий, отзывы большая часть, конечно, положительные. Отличная книжка, состояние идеальное, не замечено было каких-то потертостей. Зарядили и можно читать. Очень удобно, хватает зарядки надолго. Следующая у нас электронная книга с Wi-Fi от бренда Tolino Shine. 6-дюймовый экран, разрешение 1024 на 758. Смотрится довольно-таки неплохо. Тонкая, удобная, много места не занимает, если, допустим, ее носить с собой для чтения. Одна кнопка здесь на самой книге, да, электронной, и все остальное здесь идет на сенсорном дисплее. Также можно взять сразу с чехлом, комплектация чехлов и расцветка здесь представлены. Полный комплект 3858 рублей. Также рейтинг здесь высокий, отзывы положительные. Следующая у нас книга для чтения с чернилами, 16 гигабайт, Wi-Fi. 6-дюймовая книга, можно также выбрать различные языки, да, и, соответственно, поменять на необходимость. Стоимость 4098 рублей, рейтинг также высокий, пишут, что получили довольно-таки быстро, но продавец был не очень общительный, упаковано было все хорошо. Полностью все соответствует описанию, русский язык присутствует, поэтому можно спокойно заменить. Весит немного, 200 грамм всего лишь, то есть как бы если носить с собой, то тоже очень удобно. Ну и последняя в нашей пятерке электронная книга от фирмы Tolino Shine. Экран ELNK, Wi-Fi, 4G, 6-дюймовая электронная книга с подсветкой, тонкая сама книжка, да, то есть как бы если сравнивать с обычным карандашом, то не толще карандаша. Габарит ее 175 на 116 миллиметров. Стоимость 3222 рубля, здесь можно скрытый USB порт и TF карт порт. Также есть 4G, то есть можно поставить сим-карту, да, и через интернет, соответственно, в любом месте скачать какую-то книгу. Рейтинг высокий, отзывы большая часть положительные, недорогая, с подсветкой, все соответствует описанию. То есть если заказывать вместе с чехлом, то сразу вот полный комплект, электронная книга и чехол. Упаковано было все хорошо, повреждений никаких не было. Поэтому данный товар также рекомендуют к покупке. Вот такая пятерка электронных книг у нас получилась с AliExpress.
ссылки все представлены будут в описании под этим видео. Также не забудьте подписаться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике», оставить комментарий, оставить свой лайк, и всем до новых встреч. Пока-пока!